Белорусская правоплавательная федерация, которая имеет какой-то законный статус и которая помогает, позволяет своим пилотам, членам федерации летать более-менее на законных основаниях. Должен быть внесен закон в авиационное правило, по которому не нужно будет регистрироваться, летать на аппараты массой взлетной до 115 килограмм. Говорить о легальности полетов еще рано. Пока не дождемся этого изменения в законодательстве, мы по-прежнему нелегалы. Опять же, лицензии пилотов у нас пока нет в стране вообще лицензии пилотов-парапланеристов. Есть только лицензии пилотов-любителей, которые объединяют все виды летательных аппаратов, как пилотов самолетов, так и пилотов парапланов, и требования совершенно одинаковые ко всем видам летательных аппаратов. И, естественно, это ненормально, неправильно, потому что нельзя относиться одинаково к пилоту параплана и к пилоту самолета, пускай даже легкого самолетика. Он стоит на третьем месте по травматизму после альпинизма и горных лыж. Каждый пилот должен реально оценивать свои способности и реально оценивать погоду. Если соотношение будет правильным, оценки своих сил и условий погодных, тогда будет риск сведен к минимуму.